потому что мы подвигнем как раз состояние плановое. Да. Купаться запрещено, написано. Не глубоко, что боится, папа тут не утонет. Ну какая зелень, смотри. И, кстати, она в этом году меньше цветет. А раньше эта зелень вообще черти куда. Вон водоросли торчат. Это нефтяная пленка или водоросли? Водоросли. Нет, это нефтяная пленка. Где ты видишь нефтяную пленку? Что, ты не видишь, что ли? А, вижу. Да это водоросли. Это рязкие водоросли. А, это... Нет, это не нефтяная пленка. Нет, это вот это вот, как она называется? Ну, сине-зеленые водоросли. Смотри, вот дома прям на самом берегу. Я уж снял их. Все, не надо. Что тут? На тебя сразу прыгнут все лягушки мира. Да, Лев? Да? Раб Божий, Лев. Видишь, как хорошо имя это есть, оказывается. А Галина Михайловна тогда говорила, мол, как, мол, когда вы его крестить будете, каким именем, нет такого имени. Есть это имя? И Ольга тогда его передавала, помнишь? Какую-то маленькую иконочку какого-то льва. Да. Да, лев. Их много львов. Несколько в году, 4 штуки. Давай. Покажи, Кристи. Привет, Лев Чкольников. Алейкум ассалам. Шалом, шалом. Раскольников? Ну, я имею в виду Раскольников. Разночинец. Что ты показал? А где брата твоя? А он сбрил. А я вот выпало. А я запустился здесь у вас. Я наоборот сегодня как раз к сегодняшнему дню подготовился. Да. Видишь, в отличие от тебя, на Кристины поехал небритым. Ну ничего страшного. Нечесанным. Еще и лохматый был, как этот. Как Лев Чандр такой. Знаешь, что сказал отец? Так не волнуйся. Борис. Это видно, что человек... Как сказал? С заграничным налетом. С заграничным налетом. Да. Что человек, видно, что человек долго да. прожил за границей. Да, да. Видишь, не надо ничего. Разнузданный. Не как будто он разнузданный. Я просто пока смотрю, у тебя что? Я смотрю, у меня. Все. Что у тебя? Так же я про нос могу сказать. Смотри, Люч, какой у тебя нос, какой у меня. Ты тоже нос кривой. Ну-ка, давай. Да. Че, нос кривой? Кривой. Покажи. Он должен быть? Все. Слушай, ты... так я чуть не сломал. Перед вот я Саньке сейчас мозг. Да ладно, все, нашел тему больную. Я футбол играл. Потрясающе. У меня начинаются бзики. Я сам взял, папу достал уже. По-моему, мне вот здесь... Вот здесь криво. У меня вот тут ссадина просто осталась. Мечом. Да, господи. А что у тебя кривой-то? Дай тебе разогреть шашлыка. Вот, даже тема вообще на отплатье, слышишь? Разогреть шашлыка? Да. Море взмыло. Слушай, Оксань, я, конечно... Ага. Я вот тут не сторонник. Но она, ну, конечно, хорошая, бодрит, сближает. Это же, да. Вредно, да не вредно, это таурин. Знаешь, что таурин? Это аминокислота, которая вырабатывается в твоем организме. Все равно вредная. Просто ты ее добавляешь. Сердечная мышца действует кофеин, как и кофе. Это надо будет сюда пить, все, что стоит на столе. Зачем это? Он Лимка не стал твою допивать. Допил. А кто вы кривой? Вы? Да я ничего не сказал. Вы сказали, что кривой. Я-то вообще не кривой. Никакой не кривой вообще.
Ты кто сказал, что кривой? Ты сказал. Да ты видишь, что-то с носа. Я подошел, говорю, что слушай. У него прекрасный нос, что ты говоришь? Не я, все просто домой приехал. Хватит, ты как сектант, блядь, начинаешь. У всех кривой нос. У меня увидел вчера кривой нос. Не, а у тебя, кстати, вот надо бы это вообще. Вообще. Все, мне надо, тебе надо. Подожди. Дай ему в нос, Сонь, чтобы у него действительно был кривой нос. С другой стороны. Значит, чем прямее, тем больше вопросов. Да. Вот, кстати, у вашего папы, у него точно кривой. Вот такой, видишь? Вот, присмотрись. Не, нормально. Издевается, урод. Мне били и по той... Да мне били в обе стороны, поэтому он выровнен. Вот, смотри, под углом вот так, Сань. Вот, видишь вот так? Под углом это вот тень, видишь вот так? Обманчивая тень. А повернись теперь другой. Тогда к тени. А теперь смотри. О, а видишь кривой? И вообще утка. Он, только утка, нос смотри. Приподнят. Да не, утка у него. У него видишь, что такое нос? Мне кажется, ему нужно... Вот надо крылья убавить, как у Майкла Джек. Во, во! Да. Дышать можешь? Могу. И вообще это... Ну ладно, хорош снимай. Нос кривой. Нос кривой. Скажешь. Ну что, Данюш, расскажи, как день прошел. Продуктивно. Ну я ж только что снял. Играли? Да. На пианизме. Что, Игорь говорит, ты там это... Че? Его раскритиковал, что... Что он лопнул машину, вот типа... Что-то он такой говорит. Я? Я не говорю. Что-то он лоб... Нет, на фотографии там. Игорь говорит, ему-то, кому ему-то говорить? У него больше морщины началось там это. Да, ему не сказал, сам говорит. Все-таки его это задело. Да, слово убивает. У кого и гостей? Слово целит и убивает. Лоб, он может, когда он так делает? Это что? И что такое? А тебе поставили? Я не знаю, что это такое-то. А вдруг там была бы Саня стыкали? Нет, это вряд ли мама бы его на кухне. Вдруг я опыты делал здесь какие-нибудь? И да, не сразу. А ты сразу берешь, хватаешь. Ну, мама чай поставила прям мне вот так вот. Мне посмотрела вот так. Ну, значит, если мама поставила. С этим, с как это? С Пургеном. С Пургеном. Знаешь, не идет, да? Низя, а мне это, Соня, ну как ты мужа-то отравила? Это, она говорит, да ты знаешь, я говорю, это, Сара дала, говорит, я, значит, ему царя столкали и Пургена. Ну и как? Никак не может умереть, все в сортире сидит. Ну, а кушай все. Ну, что у вас там, все нормально, творческий процесс идет? Ну, да, вполне. Ну. Готовим спектакль, чай у вас в ноябре или в декабре уже покажем. А и вот этот вот? Три драмы имени Слонова, да. Тебя, говорят, там эксплуатируют, там как пианисты. Как пианисты, да? Да, не дают играть как актеру. Ну, ты забыл взять. Ладно. Ничего страшного. А зачем? Чтобы, чтобы, ну, вот эти вот рукописные. Чтобы дядя Дима тебе сыграл? Да. А, да. Как раз посмотрел. Эх ты! Самочку, а ты что, в институте? Угу. На хате. Ну, тут практически все шел, партии выучил. В итоге. Нет. Нет, не все? Ну, так, некоторые первого акта. Мне только их и надо. Только первый акт? А во втором акте ты не играешь? Некоторые первого акта и все. То есть, наверное, минусовка будет. А, минусовка. Ему дали там синтезатор, там что-то еще, что-то там дали. Курт Вайль. Пустые они люди, да? Никто не знает наших артистов. Кто пустые? Ну вот все вокруг. Нет, мы же тобой. Это он тебе... Говоронский априори пустым быть не может. Проверяет тебя, сынок. Говоронский Говоронским рознь. Вот видишь, какой он провокатор. Он провокатор. Дядя Дима провокатор. Пролетай. Пролетай. Что-то он просто не спавший, у него мозг сейчас эндокринный. Ага. Ну, только легли поспать. Тем более он в церкви побывал, там у него бес сейчас на выходе. Я хоть раз, здесь вот вырубаюсь, как это, знаешь. А бесы не дают заснуть. Вот бес сейчас из него и прут. Бывает. Возрастное проходит. Ну, а так кушай, да, не можешь шать сейчас. Что ты? Кушай, сиди. Кушай, лапочки, кушай, деточка. Ну, ты и так нам целый год не мешал. Не, пока он есть, я Ольге позвоню, я обещал от полдевятого. Позвони. Кому? Ольге. Позвони. Всегда просто, значит.
Да? А не кому? Не расслышала, не допустила. А сколько будешь говорить, о чем? Что, я? Ты с ней построже там. Иди, звони, звони.